как же болит животик! Хочу есть! Лежи спокойно, мой пушистик! Что за шум? Бабуля, кажется, это моя любимая внучка зовет на помощь. Уже бегу! Обожаю бургеры и картошечку. А это что за шум? Братик! Сестренке нужна моя помощь. Бургеры подождут. Ну вот, очередной шедевр готов. А что за звуки? Кажется, это малышка Кейт. Шеф! Супершеф спешит на помощь! Что такое, милая? Что с тобой? Я проголодалась! Прошу внимания, первым делом я хочу съесть сочный стейк. Легко! Сделаю! Без проблем! Я приготовлю самый вкусный стейк, да еще и быстрее всех! Это мы еще посмотрим! Шеф уже взялся за дело, тогда и я не буду отставать! Что он там налил? Масло? Проще некуда, могу даже лить не глядя! Осторожнее, милок! Упс! Нельзя играть с продуктами! И что они смогут приготовить? То ли дело я! Я тоже так могу! Всего-то нужно подкинуть стейк повыше! Смотрите, бабуля! Ой, забыл поймать! Внучок, тебе нужно быть немного внимательнее! Смотри, нужно поджарить со всех сторон до золотистой корочки! Моя корочка еще золотистее вашей! Вот это да! Смотрите, я тоже так могу! Ну и где мясо? Ой-ой, я буквально на секундочку. О нет, теперь все мясо в грязи. Разве его можно есть? Знаю. Если залить стейк кетчупом, то грязи не будет видно. Идеально. Да уж, внучок, повар из тебя никакой. А мой стейк получился идеальным. Осталось только поперчить и украсить веточкой розмарина. Бабуля, вы ничего не смыслите в сервировке. Золото. Что может быть круче золотого стейка? Нарежем на крупные кусочки. Используем крупную морскую соль. И готово. Ладно, попробуем. Это еще что такое? Хотите меня отравить? Алекс, это твоя работа. Ни за что не буду это есть. А этот стейк выглядит аппетитно. Потрясающе. Остался последний. Ого, это что, золото? Честно говоря, на вкус такое себе. Даже доедать не хочу. Вот победитель. Я знала, что выиграю. Что там дальше? А теперь время десерта. Хочу круассан. Легко. Надеюсь, в этот раз у меня получится победить. Ого, а бабуля не промах. У нее есть заготовки. Бабуль, может, поделишься со мной? Класс, спасибо. Осталось только поставить круассаны в духовку и немного подождать. Ну уж нет, это не для меня. Настоящие профессионалы не используют полуфабрикаты. Только свежие продукты. Замешиваем тесто. Что, вы даже этого не умеете? Почти готово. А теперь раскатываем его. Осталось смазать маслом. И нарезать так, чтобы круассаны были идеальной формы. Красота! И вот теперь можно поставить в духовку. Круто! Ого! Бабуля, у тебя все это время была нутелла, и ты молчала? Это же отличное дополнение к моим круассанам! Ой, какая вкуснятина! Время доставать круассаны. Не затягивай, внучок, а то сгорят. А что за запах? Да, и правда, что за запах? О нет, мои круассаны! Они сгорели!
Ну вот, теперь это просто два уголька. Кейт такое точно не оценит. Не расстраивайся, еще выиграешь. Здесь есть только один победитель, и это я. А вот и мои чемпионские круассаны. Осталось только красиво их засервировать. Добавим взбитые сливки и ягодки. И немножко пудры. Готово. Посмотрим. Ой, это какие-то угольки. Алекс, опять хочешь меня отравить? Ни за что. А вот эти круассаны выглядят аппетитно. И на вкус очень даже нравится. Вау, какие красивые! И на вкус просто потрясающие. Это однозначно победитель. Наконец-то справедливость восторжествовала. Прошу внимания, я бы не отказалась еще от одного десерта. Панкейки, легко. Бабуль, не спать. Ой, я что-то пропустила. Панкейки? Это же проще простого. Снимем пробу. Тесто идеальное, а значит и панкейки получатся превосходные. А вот и первый, уже готов. Какой аромат? Ну не знаю, тесто как тесто. Что в нем особенного? Идея! Я же могу сделать его особенным. Просто добавлю красители, и у меня получатся самые яркие панкейки в мире. Красота! Да! Первый панкейк готов. Осталось испечь еще несколько. Раз, два, три! Какие яркие! Не хватает только кусочка сливочного маслица. И, конечно, куда же без кленового сиропа? Аппетитно? Не то слово. А чем же мне украсить? Знаю! Маршмеллоу-паста подойдет. Долой крышку. Ой, как вкусно! Да, здесь есть самое место. А теперь разноцветная посыпка. Красота! Мне нравится, внучок. Ну уж нет, я свою победу отдавать не собираюсь. Есть у меня один секретный рецепт. Для начала отварю яйцо пашот. Теперь зелень и колбаска. То, что нужно. А еще бекон. Готовое яичко пашот кладем сверху. Идеальные панкейки готовы. Ну что ж, попробуем. Начну вот с этих. Очень вкусные. А как насчет вот этих панкейков? Такие веселые и разноцветные. Ями. Да, тоже вкусно. А это что? Выглядит странно, но нужно дать им шанс. Хотя нет, не нужно. У нас есть победитель. Да, победа моя! Супер! Вы так здорово справляетесь. А сможете ли приготовить мороженое? Шеф может все. Никаких проблем. Делов-то! В этот раз у меня получится самое лучшее и самое вкусное мороженое. Для этого как следует потолку торт. Какой аппетитный! В общем, раз и готово. Ломать не строить! Внучок, осторожнее! Прямо в глаз! Ну, прости! Ого, смотри, у шефа там готовка полным ходом! Пока вы балуетесь, самое вкусное мороженое в мире вовсю готовится. Добавлю цедру лимона и пару ягод клубники. А теперь добавим эффектности. Та-дам! Готово! Вау, настоящая магия! Браво, конечно, но красота не так важна. Главное – вкус. А я уверена, что мое мороженое будет самым вкусным, ведь я всегда готовлю с любовью. Вот и все, готово. Любовь, красота – это все ерунда. Чем слаще, тем вкуснее. Вот что я думаю. Поэтому я добавлю взбитых сливок, а сверху украшу мороженое конфетками и печеньками. Орео и Скитлс. Супер! А сверху полью шоколадным топпингом. Ты не переборщил, внучок? В самый раз!
Посмотрим. Ого, что это такое? Выглядит завораживающе, но вкусно ли? Это что, мята? Фу, уберу ее. Попробуем. Нет, отсутствие мяты не спасет это мороженое. Попробую вот это. Выглядит интересно, но на вкус как-то обычно. А как насчет этого? Выглядит симпатично. На вкус то, что нужно. Сладко и вкусно. Да, я знал, что я выиграю. Это был кулинарный челлендж на Парара. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Скоро увидимся!